комментируешь? Откуда отъезжаем от дома? С Ползунова отъезжаем. Я буду говорить. Решили показать мы, как в Барнауле тут, что есть у нас. Вчера мы ездили к Василию Николаевичу Черепанову, там Бельмесёво называется. И очень сильно удивлен был, как гору украсили светильниками, как мост, главный мост от Барнаула на Новосибирск. Я говорю, давайте завтра поедем и снимем это все, пусть эту красоту люди увидят. Вот мы сейчас из дома выехали, все показываем, можно свет выключить. Вот это движение какое, проходим какой сейчас, Комсомольский? Да. Вот, свернули с Ползунова на Комсомольский. Вот, мы едем. Идут машины, утро раннее, сколько сейчас? Почти полвосьмого. Полвосьмого ровно, вот так, почти. Утро. 7.30. Это завернули на Льва Толстого, наверное? Да. Как раз главный музей. Тут история, искусство, литература. С левой стороны остался. Ну, а здесь сейчас приближается вот там впереди Ленинский проспект, главный проспект. Он назывался когда-то, кажется, Московский, так? Вот это Горького. Я говорю правильно? Поворачиваем, смотрим. Ты эту опусти ему полностью. Не через стекло только вот здесь, чтобы можно было посмотреть. На самом деле, если не можно опустить. Вот мы тут идем сейчас по такому. Слово старого базара. Молотобольская. 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 Вот видишь, какая здесь. Вот здесь. Сейчас будем выезжать на центральную улицу города Барнаула. Вот такой сейчас показать, как видите, сковороды надо. Тут золото направо было. Вон там не захватишь уже. Не видно. Какие украшения. Вон. Вон Эльдорадо. Снимаю, там потише поехать. Сейчас только заворачиваем и сразу потихоньку уже. Автобусы, город приближается к 700 тысячам жителей. По оснащенности машинами на душу населения, мне кажется, в десятку городов входит. Очень много, 130 что ли тысяч машин. Здания. И вот по количеству промышленных предприятий, которые стали торговыми, это одно из первых мест. А вот впереди нас это мост, как его украсили, как они так смогли сделать. И главное, на которых стоит опоры, быки, и они тоже синие. Так, а вот это впереди идет гора, теперь потихоньку. Была когда-то сельхоза выставка, а теперь там храм. Храм. Старое кладбище было, и там кости, черепа и особые склепы все разворотили. Все это выставляли в интернете. Там старые какие-то вещи были, пуговицы, все это. Любители древности. Видите, как это холм на холме. Это многоступенчатая, с поворотами лестница. Такая она и была. Ну теперь кого? Сельхозвыставка там. Колхозов нету. Все выставка. Разборный парк этот. Горный. Да. Блин, горный. Теперь посмотри, посмотри. Очень выставка. Потише. Сейчас потихонечку, направо. Где-то развернется. Быстро едешь. Видишь, как с горы спускается машина? Видно.
Сейчас также. Вот на 5 столбах стоит этот мост. Богато. Вот солнце выше. Не успевает поворачивать. Сам тут посмотри, где завернуть. Я думаю, что можно было бы направо завернуть, показать. Дальше-то там нам уже некуда ехать. А то не успеваю. Можно нам мост проехать. С моста посмотреть Барнаул. Потом телевышку увидеть. Как-то по-другому, а там все плоско, ровно, там нигде больше нету такого холма. Это там где сейчас потише маленько. Пусть снимет. Смотри через это. Да она замутнилась. А? Камера замутнилась. Ты протри это. Что камера? Платочком протри это. Ну, надо протереть маленько. Нет, она сама по себе. Закрой себе здесь. Надо, ты сильно дует. Вот так. Вот здесь потихонечку. Так, на мост мы заедем? Да нет, там долго разговаривать. А? Нет, на мост не будем. А почему? Ездить. С той стороны мы увидим город. И мост увидим, и вот. Ну давай еще. Один раз. Снимаем мост. Справа стоит. Как это можно сделать там? И освещается он так весь мост. Туда даже. Вон светильники стоят, вон они. Светильники, они там. Мы специально выехали показать красоту. Вот впереди здания стоят какие. Порт. До капо ехать. Так, с этой стороны уделить. Храм где-то есть еще. Нет. Слышите меня? Нет. Нет. Он говорит, на мосту нельзя останавливаться. Останавливались. Мы сколько уходили. Молодожены все время останавливаются. Ненадолго остановились там, что-то в машине неладно или еще как будто бы. Больше никого там нет. Нам остановиться надо на одну минуту. Сергей Павлович тут свободен. Вас сюда храм фотографировал. Когда первого епископа поставил на следующее был Антоний, то у него здесь была епархия, а там еще и нету. Негде было. И все нормально. Занятия проходили, он проводил занятия там капраном. Отец Михаил. А вот смотри, это что? Что-то тут. Мэр города был.
мэр города Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку высших мэров России. Это вот как подъем туда, это как лестница сказать, с поворотами. Логично. А что ты закрылся? Надо с той стороны фотографировать. Вот Барнаул. Осторожно, смотри, покажи надпись. На горе Барнаул. Потом с моста это все снимем. Как раз начинает вырисовываться, уже светает Барнаул. Такого не видели никогда. Так, подожди, не обгоняй эту машину, посмотри, хорошо. Походи. Конечно, это не Лена, но однако большая. Это все по мосту едем. Это можно даже было бы замерить шагами. Я тут не додумался раньше прийти. А шаги, говорит, не одинаковые. Какой-то готовился разведчик там в горах проникнуть в одно племя, и он долго тренировался. Шаг, чтобы ровный был-то. И под видом буддийского монаха все-таки сумели проникнуть. А к ним, кто в город появлялся, чужестранцы, казнили его сразу на площади. Но он сумел посмотреть, узнать, эта страна золота была. И оказалось, что ничего нету. И он как тысяча шагов, так там поворот делал в этих молитвеннике. Такая, как вертушка, но у него на посохе. Ну и после тогда была военная акция. И ничего нигде не нашли, вернулись, и на этом закончилось. Каждый шаг его был, допустим, 92 сантиметра. Ровно, левой и правой. Обычно одна нога больше шагает. Почему кругами ходит человек, когда где-то заблудится, а на снегу видно следы, и видно, на свой след выходит. А чтобы ровно ступать, надо, ну, специально тренироваться. Вот у меня, допустим, он, если я специально шагаю, замерил, метр беру широким шагом. А нормальный такой, то где-то 83 и все. Это мы такое не видали, мы тоже снимаем-то первый раз. И мы открой полностью вот это. Thank you.
огромные. Вот какие цены вздули как. Государство как будто не регулирует цены. Какой-то недавно считал я, китайский бизнесменом стал, а сам из деревни. Приехал в родную деревню, а живут-то там, в стареньких, там, дощатых. И он попросил у них слово и стал говорить: я ваш земляк, вот я хочу вашу деревню всю разломать. Все удивленно так. Построю вам какие-то тут палаточные пока, и всю деревню сделаем другой. И правда, сделал там подшики, асфальты, ну, все как надо, с мансардами. Для своего народа бесплатно сделал. И воду подвел, и канализацию, все сделал. Почему у нас никто не додумался, а китаец додумался? А то Иннокентий Сибиряков говорит: я страшно разбогател, не знаю, куда деть денег, помогите, деньги да. И всем жертвовал. Чубайс тоже это сказал, а дальше-то не идет. Вот это что идет? Это приток Аби, да? Видно или нет будет? Уже светает. Льда-то нету еще? Нет, нету. А вот зона отдыха, Затон, Павловск-Рубцовск. Так вот потихонечку, так и проедем. Отсюда-то видно это, парк-то, где говорят, ступенями как идет. И говорит: крутой мужик, крутые предложения. А крутой, значит, круто поворачивается, он обязательно равновесие потеряет. Покаянию никто не призывает. Места писания нигде не выставляются. Ой, как жарко. Так, теперь вот направо покажи. Вот это что там, это много цветов-то? Это здания припортовые. Огромное. Сколько этажей? Ну, этажей, наверное, 18. Разная фирма. А это гора. Там написано Барнаул. Сумеешь снять? Вот тут привозили голубей, где-то из-за Урала разные. И отсюда они вылетали на фоне этой надписи, что видно было. А теперь так смотрели. За 1000 километров. Какой голубь прилетит быстрее? Это любители. Так, потише чуть-чуть еще маленечко. Вот это вот. Машина, раз останавливаться нельзя, поэтому вот Барнаул, посмотри, надпись как. Может быть, чисто сделать вот это откроем в окно. С моста в предрассветных сумерках. Храмы. Тут на горе храм, видать, тоже. Выше, да. Где тут можно остановиться? Оп, снять что-то. Просто проехали уже, на мосту нельзя. Это мост. Можешь остановиться? Нет. Вот посмотри на храм налево. Открой. Чисто, что у нас.
тоже мы тут наконец. Все рушилось. В 90-е годы они устояли. И при том им попасть работать считали за счастье. Одно там пропуск на работу или что-то плохого качества, все. Это так писали. А это вот милиция, их гараж хороший. А вот здесь вот, сейчас проезжаем, называется Валер. Так, потихоньку. Вот. Здесь была Валентина Николаевна Авраменко. Спонсор наш, в автокатастрофе тоже погибла. Прекрасный человек, царство небесное, про кого говорю. Помоги, Господи. А вот это, там, профсоюз, крайпотребсоюз. Вот так. Ну, мы возвращаемся домой, по улице Ползунова. Тут новое здание построили, я даже не знаю, что тут есть. В этом году только. А вот сейчас едем мимо нефти. Вот у них никто не знает, что это такое, знак какой. Это семисвечник, минора. Вот впереди, покажи. Вот она идет. Роснефть. Тут огромные миллиарды крутятся. Откуда цены добавляют? Их все. Роснефть. Ни нефти не добавляет, ничего тут. Все поступает только. Только распределение идет. Вот куда ваучеры влагать можно было. А потом их лишних-то вытеснили каким-то образом. Так пишут. Дальше. Так. Вот мы заезжаем на Ползунова домой. Вот справа тут домишки стояли, они их скупили. По-хорошему все, никто никого не изгонял. И построили какая-то у них компания ветеринарная. Спокойные люди, тут много приезжает машин, вот справа. Что все законно. Вот сибирская ветеринарная компания. А когда воюют где-то вместе, там компания. Ну и вот посмотри, какие это соседи наши. А вот мы и приехали домой. Все. Опа. Ну, Сергей Павлович, спаси Христос. Мы сейчас постараемся выставить к обеду это. Сейчас не выключаем. Так, ты разговаривал насчет трансляции-то? Нет. Ну, давай прямо сейчас поговорим с ним. Так, машину, посмотри, реклама, дрессировка собак, сними. Вверху этот гробик, это вот закажу. Такси, сними его.
сзади на бандит. А вот он самый Сергей Павлович. Спаси Христос, брат. Да слава Богу. Сними сзади у него рекламу. Да сбоку хватит. Хорошо, подробно. Вот все. Разговор и. Давай, заходим. А разговор еще поди, надумал жениться или нет? Игнатий Иванович. Другой разговор, только это. Нет. Сейчас, покажи вот как здесь. Ну все, Володя дальше сам все знает.